Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и по вашим просьбам я продолжаю играть в игру «Зомби в городе. Выживание». И штаб у нас 6 уровня становится, а это означает, что мы с вами сможем сегодня нанять еще одного персонажа в свою компанию. Как оно говорится, Игорюха был прав, что нам нужно подкрепление. Так, ребятушки, что там нужно? 6500, да, до следующего уровня. Ну, я думаю, что мы, в принципе, можем накопить столько крыжек. Сейчас только мы с вами немножечко повоюем. Ежедневные награды. Отлично, мы получаем с вами аптечку. Если кто не знает, то аптечка нам восстанавливает сразу всем героям ХП полностью. Так, ну я думаю, что мы слишком крупные такие миссии брать не будем, да? Вот, наверное, шестую возьмем с вами, шестого уровня. В принципе, не должно быть так сложно, хотя... Да, ладно, давайте рискнем. Как говорится, было, не было. Проиграем, ничего страшного, придется единственное, что нам долго слишком восстанавливаться. Но будем надеяться, этого не случится. Отлично, так, укрепляемся, ребята, укрепляемся. Обязательно нам нужно ставить защиту себе. Ёлки-палки, вы посмотрите, сколько их тут валит, а. Давай-давай, бомбим быстрее вот эти вот штуки, потому что они из них появляются. Так, теперь зажгем вот эту толпу, потому что их тут дофига штудирует. Горите в аду, как говорится. Так, все, ребята, мы подходим с вами к главному зданию. Да, уже я смотрю, там Игорюха стреляет. Мой пожарник бомбит гору трупов. Все, сейчас, ребятушки, должны, по идее, мы здесь все забомбить. Блин, да сколько же вас-то, а тут? Давайте-ка немножко ускоримся. Потому что без ускорения тоже будет очень сложно нам. Ну, блин, да бейте вы здание уже, елки-палки, а! Во-во-во-во, давай-давай-давай-давай, осталось совсем маленько. Отлично. Ух, так, еще раз укрепимся, ребятушки. И давайте добивать уже все, что здесь осталось. Все эти постройки. Я так понимаю, еще две кучи зомбарей тут у нас лежит. Сейчас мы их разбомбим. Ну и, в принципе, мы эту карточку с вами пройдем. Давай-давай-давай, бомбим. Так, я, правда, не особо запомнил, что мы получим за прохождение этой миссии. Ну, надеюсь, нам дадут крышки. Мне нужны... Ой, крышки. Это уже по старой памяти, ребята. Запчасти. Мне нужны, конечно же, шестереночки вот эти. А, сейчас у нас еще бонусный уровень будет. Ну, насколько вы помните, мы будем сейчас с вами... Три попытки у нас есть подбить зомбарей. Ага, кристаллы получили. Так, антенны три штуки и колючая проволока. Ладно, колючка нам пригодится для... крафта этих всяких турелей. В общем, чтобы задерживать врагов. Лишним не будет. Давайте подкрепимся. Сколько тут у нас? 12 минут будут они не лечиться. Это долго. Так, здесь мы выполнили миссию «Мудрость пустоши». Да, нам нужно еще уничтожить 5 лагерей. Комната переоборудована. Теперь в приоритете получение дополнительных образцов. В пустоши их полным-полно. Понятно. Короче, нам нужно уничтожить 5 лагерей зомби. А лагерь зомби у нас обозначается именно кисть зомбаря в капельке. Так, ладно, давайте попробуем. Нам нужно поднять уровень свой личный теперь, чтобы открыть нового персонажа. Так, отлично. Ну, здесь, ребята, мы пройдем, наверное, налегке, на изи, я так сказал. Потому что, а, нет, смотрите-ка. Идут, идут полицейские зомби. Ну, мы-то уже разбираем здание, так что нам плевать. Плюс мы еще усилились с вами. Не так легко нас теперь пробить. Фух, шикарно. Давай добиваем. Так, у нас здесь и куча, и гидропоника. Ну, гидропонику мы уничтожили уже. В принципе, и кучу тоже. Все, ребята, победа. Так, еще три попытки нам даются. Кстати, ага, ну, в принципе, 165 шестеренок. Маловато, конечно, это все будет. Ну, да не беда. Вдруг у нас вот здесь фартанет, и мы с вами что-нибудь хорошенькое выбьем. Так, бочка одна выпала у нас. Давай вот этого. О, шестереночки. Да, ребята, их здесь звать тоже крышки, поэтому я все правильно сказал, это у нас крышки. Ну, будем их называть шестеренки, фиг с ним. Так, 300 штук в общей сложности мы получаем, нам нужно дальше с вами идти бомбить зомбарей. Так, еще 4 лагеря надо уничтожить. Ух, хватило бы нам только жизни бы, вот в чем вся проблема-то. Блин, 7 уровня везде, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тут... А, нет, вот, ребята, город Лачуг, 4 уровень. Можно, в принципе, взяться за этот лагерь. Так, что у них? Раз, два, три, четыре. Четыре кучи, пять. Пять куч и... Какое пять? Шесть куч у нас тут получается зомби.
и главное здание. Но хорошо, что их здесь не было, они только появляются, так что должны пройти, в принципе, быстренько, без напряга. Уничтожаем еще одну кучу зомбарей, нормуль. В плане это как бы даже и не яма, это действительно навал, навал из зомби. Ну, в принципе, оттуда они и влазят. Так, все, замечательно. Остается только лишь кучи вот эти разбомбить. Там гидропоника, но ее уже потихоньку бомбят. Так, давайте вот эту кучу разбомбим. Так, и еще у нас... Да, еще одна куча будет лежать здесь. Гидропонику уничтожили, получаем еды. Это, по-моему, последняя, да? А, нет, что-то... А, вот же еще. Все, ребята. Ну что же, осталось всего лишь три лагеря зомби нам уничтожить. Сейчас мы здесь еще немножечко постреляем. Посмотрим, что нам достанется. Ага, пища, колючка и крышки. 150 крышек. Почему крышки, они как бы шестеренками все-таки обозначены? Ладно, нам-то в принципе пофиг, что крышки, что шестеренки. Главное, что нам нужно их очень много, да? Так, ну что же, поехали с вами, ребятушки. Как говорится, ох, ё-моё. Хотя, чё бояться-то? Все нормально, ребят, все под контролем у нас. Сейчас мы начинаем отсюда, уничтожаем сразу контейнер, по идее. Должен он самый ближний к нам. Ну-ка, да-да-да. Естественно, потом мы сразу укрепимся. Так, давай, Игорюха, укрепляй наших бойцов. Все, замечательно. И теперь уже будем их потихоньку расстреливать. Блин, вот то, что плохо, три кучи и, видите, со всех сторон прут. Ё-моё, а сзади-то посмотрите. Так, ну ладно, я думаю, что мы здесь успеем все-таки их разбомбить. Поджигаем здесь все. Это у нас пожарник бросает бутылку молотого. Так, отлично, куча есть. Давайте-ка вот эту теперь. Мы тем более под ускорением сейчас тут все зафигачим. Как говорится, в лучшем виде. Давай, 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 давай. Ну, нормуль. Все, тут у нас главное здание еще осталось. Сейчас мы его забомбим. Ну и в принципе, да, ребята, осталось только у нас что? Контейнер и груда зомбарей. Так, отлично, здесь все у нас получилось хорошо. Мы, по-моему, пока еще никого с вами не потеряли, но пожарника можем в любую секунду потерять. Ребята, у него нету ХП. Главное, что прошли. Так, 765 крышек мы еще получили. Вообще шикарно. Ну что ж, такими темпами, я думаю, мы даже с вами можем поднять уровень. Так, оу, 2500 крышек дали нам. Ну что я могу сказать, что мы в шоколаде, и сейчас мы с вами супер редкие, 2500. Ха-ха. Вот, в принципе, мне это и фартануло. Так, я вот не знаю, что здесь. Так, сколько? Еще две базы нужно, а еще два лагеря зомбарей надо уничтожить. 199 еды на восстановление. Ну, 14 минут мы не можем с вами ждать, ребят, согласитесь. Это слишком долго. А вот насчет того, чтобы поднять себе здание, это, конечно, мы за радость. 6500. Нормуль. Я думаю, ждать не будем, да? Наверное, мы с вами потратим 8 этих рубинов и сделаем апгрейд себе сразу же. Ну, слишком много. 45 минут ждать, это как-то... Не особо хочется, если честно. Хотя у нас еще два лагеря зомбарей. Куда нам спешить? Нет, все-таки нам нужно поспешить, потому что мы с вами получим нового персонажа. Так, завершаем. Вот, вот, ребятушки, Лидия. Слушайте, она у нас с дробовиком, и смотрите, у нее новый скилл. Так, нажмите на фургон, чтобы управлять выжившими. Понятно, ну что ж, давайте нажмем. Так, что они мне здесь предлагают? А, это они мне хотят показать то, что я должен кого-то выбрать. У меня лимит. Да, лимит. У меня пожарник, Натали и Игорь. Поэтому я думаю, что, наверное, мы с вами, скорее всего, поменяем пожарника на Лидию. Мне просто охота посмотреть, что она вообще из себя представляет. И стоящий ли это вообще персонаж. Так, Игорюха у меня остается, потому что у него очень хороший перк на защиту идет. У Лидии, по-моему, тоже, но я не уверен. В общем, мы это с вами можем посмотреть уже в процессе игры. Ну, а пожарник пока у нас будет с вами отдыхать. У него все равно там очень мало ХП. Так, адская приманка. Три штуки у меня есть, да? Заманивает зараженных, находящихся поблизости, в опасную зону. Так, наносит урон и оглушает. Слушайте, не знаю, не знаю. Пока, наверное, мы ничего с вами не будем брать. Но у нас есть, кстати, баночки на улучшение. Да, Кейна 1500, у Натали 750, у Игоря тоже. Слушайте, а у Лидии вообще нету ничего, поэтому нам нужно ее улучшить хотя бы до уровня там 3-4, ребят. Потому что она сейчас будет ватная и, в
падать элементарно от любого зомбаря. Так, это у нас уже какой уровень? Третий получается, да? Так, точно, третий уровень мы получаем. Ну и хватит ли нам? Так, снижает урон, наносимый союзникам. Ага, ну вот, ребята, в принципе, я и говорил, что это у нее броня. Думаю, что будет она так же хороша, как у Игоря. Все, ребята, у нас больше... А, нет, есть, есть у нас баночки, поэтому еще поднимем уровень. Сколько? Так, четвертый. Четвертый левел она получает. В принципе, неплохо, лишь бы она меня оправдала, ребят. Потому что я на нее трачу еду, соответственно, раскачиваю. А вместо этого мог бы кого-нибудь другого улучшить. Давайте Игорюху еще улучшим на один уровень. И он у меня получает какой? Так, пятый уровень. Замечательно. Все, в принципе, у нас, да, еды не хватает. Улучшить мы никому не сможем. И я предлагаю с вами уже отправиться на карту. Наверное, сделать какую-нибудь вылазку. Здесь мы ничего с вами, по-моему, не можем сделать. Газовую мину поставить, конечно, можно было бы, но пока не будем. Поэкономим все маленько. Ну и что начать-то у нас, а? Лагерь налетчиков 5 уровня. Да, честно говоря, неохота, потому что там... Если у нас зомби, как говорится, в рукопашку, то там, извините меня, с оружием со всех сторон идет обстрел. О-хо-хо, ты посмотри. Но тут, в принципе, есть где разгуляться. Давайте смотреть, что у меня представляет из себя Лидия. Ну, как я смотрю, она у нас ходит с обрезом, с шотганом. Но дамаг у нее, знаете, ну, детский, если честно. Вообще, я думаю, что, наверное, мы ее брать с собой не будем. Лучше я возьму все-таки пожарника. Хотя, если, например, будет идти куча зомбарей на нас, она, наверное, будет неплохо всех сносить. Нет, что-то как-то вяло идет это все дело. Смотрите, у меня бы пожарник уже давным-давно бы здесь все порасхерачил бы, к чертям собачьим. Ой-ой-ой-ой-ой, вы посмотрите, у меня только Натали осталась, Игорь, ну и Лидия. И я боюсь, что нас сейчас здесь просто-напросто заколбасят. Вот это я, конечно, дурканул. Нет, может быть, конечно, если Лидию раскачать еще маленько и повысить ей урон, может быть, она что-то и будет из себя представлять. Но в данный момент я не вижу никакого абсолютно преимущества. Причем уровень у нас этот не такой уж и мощный, чтобы вот так вот проигрывать здесь. Ладно, надо все равно затащить эту каточку. Я не собираюсь тут проигрывать. Так, Игорюха, давай там отстреливайся. Вы будете пинать этих зомбарей-то уже, а? Так, Игорь, какой же ты тоже ватный у меня, а? Давай-ка иди вот сюда, вот в кучу. Давайте уничтожать вот это главное здание. Ну и там уже будет попроще. Главное, чтобы уложиться в лимит времени в 1,5 минуты. Все здесь забомбить. Так, отлично. Так, откуда они прут-то, эти гады, а? Я не могу понять. Где-то, видимо, какое-то здание или куча зомбарей тут лежит. Да, ребят, точно так и есть. Смотрите, вон куча зомбарей лежит, оттуда они, в принципе, и вылазят. Значит, будем все это дело зачищать. Так, дело не пойдет. Слушайте, но по зданию вроде бы неплохо Лидия наносит урон. А вот насчет по зомбарям как-то слабовато. Все, я понимаю, так гидропоника это последняя. Осталось 60 секунд, я должен ложиться. Не может этого быть. Да, ребятушки. Все, отлично, победа за нами. Мы получаем еще 3 попыточки. Сейчас будем с вами стрелять. Конечно, хотелось бы мне крыжик. Здесь очень и очень много крыжик нужно. Особенно на дальнейшие апгрейды, на постройки. Так, еду мы добыли с вами. Так, вот крыжик дали нам. Маленько, правда. И... мини-орда, это тоже, кстати, неплохая штука. Это мы кликаем, это у нас скилл будет такой. Мы нажимаем, и появляется кучка зомбарей, которые нас не атакуют, но атакуют врагов. Так, комната переоборудована. Ну что же, нам осталось, в принципе, еще одну вылазку сделать на зомбарей. И квест у Игоря будет, в принципе, пройден. Так, у нас есть, крышки, чтобы... улучшить, точнее, еда. Давайте-ка мы, наверное, Кейна улучшим с вами. Отлично. Он у меня какой уровень-то получает? Ох ты, 6-й, самый сильный персонаж в моей команде. 2000 еды, следующий апгрейд. Обалдеть. Так, 8 минут 13 секунд еще будет лечиться. Очень долго нам придется ждать. Так, Натали, Натали. Нет, Натали мы пока не будем, ребята, трогать. А здесь, интересно, что-нибудь можно сделать? Так, может быть, все-таки мы вернем к себе Кейна в команду, а?
Что скажешь, ребят? Вот так вот. Не знаю, может быть, потому что я привык к нему. Хоть он и с топором, ближний бой у него идет, но он довольно-таки мощный и сильный. И у него неплохой скилл. Это он бросает коктейль Молотова. Тоже иногда очень помогает. Так, здесь мы не можем с вами погреб этот улучшить. Жаль, жаль. Нам надо, чтобы еды у нас тоже хватало. Так, ну что, давайте еще сделаем один тогда заходик в зомби-лагерь. Как раз вот этот вот будет у нас последним. Оу, сколько их здесь. Да, я знаю, что у меня не все долеченные. Ну, фиг с ним. Должны успеть мы с вами, да? Давай вот здесь в уголочке начнем. И побежали. Так, сейчас мы с вами получаем первый скилл. Так, естественно, я буду усиляться. Без усиления здесь мы далеко с вами не пройдем. Воу, смотри, что тут происходит. Просто замес какой-то. Так, отлично. Так, давай бутылочку бросим. Вот так, горите там, гады все. Ну, в принципе, картишка здесь не очень большая. Вот уже и здание главное. Оно, в принципе, последним и осталось. Есть. Так, ну что, по идее, Игоря квест мы сделали. Сейчас только нам забрать ревард. Сейчас вот здесь только расстреляем этих гаденышей всех. Так, о, неплохо. 10 гематита, 5 бочек получили. И взрыв пакет один. Взрыв пакет, по-моему, это у нас редкий, да? Так же, как и рубины эти. Так, ну что же, Игорь, по-моему, мы сделали за тебя квест. Да, точно. Так, забираем 153 опыта, нам переходит. Так, и у нас за Лидию задание. Я следил за тобой, босс. Тебе удалось завоевать мое доверие, а я таким совсем не разбрасываюсь. Позволь же и мне заслужить твое доверие. Я покажу, на что способна. Ну что же, Лидия, я возражать не буду. Давай, прояви себя. Переубеди меня, так сказать, что ты очень хороший боец. И, возможно, мы тебя возьмем все-таки в свою команду. Так, что, я не понял, она у меня одна здесь будет? Да ну, такого быть не может. Ну-ка, давай, что тут у нас? Ты вообще кто? И как тебе удалось пробраться к боссу через все заслоны? Это мы кому, к Лидии обращаемся, что ли? Я Лидия, а ты Кейн, иначе известный как Пожарный, или... Где ты это услышала? Пустошь нашептывает тем, кому дано выдержать ее тайны. Ладно, не базарь, ты драться можешь или как? Отлично, хочешь трупы? Будут тебе трупы. Ну ладно. Оу, ну, смотри-ка. Слушайте, ну здесь она жарит довольно неплохо. Хо-хо-хо. Ну-ка, давай-ка проверим. Так, защиту поставили. Фига, с одного залпа всю толпу, да ну. Что-то здесь как-то нереально она шмаляет, смотрите. Просто разбирает всех. А, ну правильно, я у зомбарей не вижу полоски хп. Значит, здесь сами по себе зомби ватные. Ну, все. Это мы, называется, проявили себя, да? Так, ну что же, зато мы получили крышки. Довольно неплохо. На халяву, грубо говоря. Так, и паёк там еще получили. Ну что же, давайте еще разочек с вами выстрелим по зомбарям. Три попытки у нас есть. Хочу что-нибудь классное себе получить. Так, кровавый шторм, взрыв пакет и репеллент. Ну, в принципе, нормально. Супер редкий взрыв пакет, аж 5 штук получил. Хе-хе. Да, это неплохо, это нам пригодится. Ну что, вот мы и выполнили за нее задание. Так, сколько нам опыта? 31 всего лишь дают. Интересная у тебя компания. Думаю, со временем она станет еще интереснее. Я могу научить тебя, как обезопасить всех, если, конечно, хочешь. А как ты думаешь, Лидия? Конечно, хочу. Ну-ка, давай, обучай меня. Как можно себя обезопасить? Что ты там опять придумала? Ну вот, ребята, моя компашечка. Соточку продуктов мы тратим за вылазку. И пошли. Кстати, что-то мне не нравится. Там какие-то новые виды зомби. Эта больная натравила на нас Игоря. Ну и чего нам теперь делать? В плане. Иногда помочь может только хитрость, малая. Ты можешь прямо ответить? Или твои загадки важнее, чем наша жизнь? Я поделюсь своими методами, Пожарные, но затем вам предстоит найти собственный путь. Она сейчас серьезно назвала меня малой? Да, она тебя назвала малой, представляешь, Натали? А Натали у нас не любит этого всего. Используйте навыки выживания, чтобы избежать опасностей. А, ну понял, ребята, это да, о чем я и говорил. Что мы просто-напросто укрепляем себе защиту. А зомбари здесь действительно новые какие-то прыгуны. Вы посмотрите. Так, ну вроде бы они
ничего сложного из себя не представляют. Да? Да, просто прыгают. Тут есть и плевачи, и медлячи, а эти прыгунчи. Оу, какая у нас была короткая эта миссия. Так, 700 крышек. Я смотрю только на крышки, ребята. В данный момент интересуют только они меня. Смотрите, мы уже почти 3200 насобирали. Так, облако адреналина. И еще, ребятушки, 150 крышек. Ну что ж, довольно неплохо, я считаю, да? На это мы пропускаем, естественно. За рекламу и тратить кристаллы я не собираюсь. У меня и так их очень мало, 24 штуки всего. Так, что-то у Лидии здесь моргает. А, мы выполнили задание, отлично, хорошо. Я не хочу, чтобы посторонние могли видеть наш лагерь, предлагая усилить защиту. Она должна обдавать огнем всех, кто посмеет приблизиться. Так, это он предлагает нам что-то, видимо, построить. И что же это будет? Улучшить огненную башню до 2 уровня. Ну что же, я возражать не буду. Давайте мы все по-быстренькому с вами это дело провернем. Отлично, опыт 35, маловато. Но буквально, ребята, еще чуть-чуть, и мы с вами заработаем 7 уровень. Так, ну я же улучшил. Что еще-то надо тебе? Оу, 6000 крыжик. Охренеть, сколько мне нужно будет копить, ребята. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я, наверное, буду завершать свой видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк. И продолжим уже, наверное, ребята, когда получим с вами 7 уровень. Там уже, я думаю, будет еще интереснее. Новые задания, новые рейды. Ну, а на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята.